Чикаго – магический и сказочный город, окутанный легендами и тайнами. Здесь чувствуешь себя, будто в другой реальности. Столица, в которой нельзя назначить встречу в центре, потому что его нет. Точнее, есть несколько. Со своими площадями, соборами и узкими улицами. Все они равнозначны друг перед другом. Вацлавская площадь, Малостранская или Староместская. Если ваша гостиница где-то там, то вы живете в центре, и здесь нет никакого обмана. Чтобы понять, какой гигантский исторический центр Праги, если понимать это в широком смысле, надо подняться повыше. Смотровая площадка на вот этой башне позволяет взглянуть на Прагу с высоты 320 метров над уровнем моря. Самая высокая смотровая площадка находится наверху Петршинской башни, названа по одноименному холму и построена еще в конце 19 века, как уменьшенная копия Эйфелевой. Подняться можно лифтом или по ступенькам, от этого зависит стоимость билета. Вид со смотровой площадки умопомрачительный, хотя с моей боязнью высоты я там чувствовала себя, несколько напряженно. Порой было ощущение, будто башня пошатывается. Мне не кажется, что она качается. Сразу несколько моих стереотипов разрушила эта картина. Мне казалось, что европейские столицы – каменные города, где практически нет деревьев. Но только не Прага. Красные крыши со всех сторон окружены малахитовым зеленым. Гид рассказывал, что в городе неплохая экология. По чистоте воздуха среди столиц Прага на втором месте после Хельсинки. Так что можно гулять часами, не переживая за здоровье. Дышится там и вправду легко. Прага прекрасна, она просто потрясающая. Эти красные крыши, даже тот факт, что казалось, а возможно и не казалось, что башня покачивается, в принципе, не напугал. Это того стоит. В Праге много естественных смотровых площадок, но по ним мы еще прогуляемся. А сначала расскажу о дожде. Гиды уверяли, что на самом деле это солнечная столица, и ясных дней там как минимум 300 в году. Но, наверное, нам повезло, и мы попали в более исключительные погоды. Говорят, в Праге 300 солнечных дней в году. Конечно. Нам даже пришлось купить дождевики. Забавно, где мы сделали это приобретение? В магазине с ювелирными украшениями из граната. Кстати, эти камни наиболее популярны среди подарков для себя. На тот момент такая покупка нам показалась самой удачной. Интересный факт. Как только мы купили дождевики, дождь закончился. Такая вот у нас аура. Погода скоро испортилась снова, так что все-таки наши дождевики были не таким уж и плохим приобретением. Надо сказать, что дождь шел не все время. Ночью он прекращался и снова спускался утром. Так несколько дней. Но разве в отпуске это повод менять планы или расстраиваться? Нет. Мы ездили на экскурсии и гуляли по городу не меньше, чем в любую другую погоду. Вот сейчас мы находимся на территории монастыря, и здесь есть ресторан и пивоварня. Пивоварня на территории монастыря. Это очень прикольно. Для Праги вполне нормальное явление. Тем более считается, что именно монахи придумали этот хмельной напиток и начали варить пиво. В Чехии не очень почтительное, я бы даже сказала, неуважительное отношение к религии. Все 10 дней не переставал удивляться ресторанам, расположенным чуть ли не в стенах костелов или рядом с ними. Но вернусь к разговору о дожде. С водой у Праги связаны и не самые радостные страницы истории. В 2002 году в Чехии, в Праге, было очень большое наводнение. И вот здесь на Карловом мосту видно, до какого уровня доходило. Вот сюда. Карлов мост нельзя не заметить. Он выделяется среди всех остальных. Сам, конечно, историческая ценность, но и ориентир для поиска других интересных уголков Праги. Совсем рядом вот такая естественная достопримечательность. На левом берегу Вльтавы прямо у моста живут лебеди. Здесь, наверное, самые ручные лебеди. Вообще не боятся. Птицы привыкли к туристам и чувствуют себя по-хозяйски. В детстве я боялась гусей, шипят и даже могут укусить. А вот эти белые собратья, такие прелестные. Мне кажется, их даже обнять можно. Но все-таки я решила не травмировать лебедей нахлынувшим избытком чувств и просто подошла поближе.
встал. А то некоторые даже не встают. Раз уж пошел разговор о достопримечательностях, пора на Староместскую площадь к знаменитым астрономическим часам. Никаких компьютеров, все работает по законам механики. Каждый час скелет начинает звенеть колокольчиком, а в окошках передвигаются фигурки апостолов, а в конце заголосит золотой петушок. Каждый день, каждый час вот это все происходит, и каждый день, каждый час, даже в дождливую погоду, здесь собирается очень-очень много людей. Вот как примерно сегодня. Часы появились на южной стене здания Староместского муниципалитета еще в 1410 году. Они многофункциональные, как сказали бы современные маркетологи. И время показывают, и положение Луны, и Солнца, и знаки зодиака там отображены. Но внимание туристов приковано к движению фигурок. Как-никак историю Праги они наблюдают уже несколько веков. Гулять по пражским достопримечательностям очень здорово. Мы могли ходить по городу хоть целый день. Еще один плюс прогулок в Праге – это то, что здесь, рядом с достопримечательностями, стоят лавочки. Можно сесть на них, посмотреть, рассмотреть детали какие-то, на которые пробеги мимо достопримечательностей внимания не обратишь. Так что гулять здесь очень здорово. Собор Святого Вита в Пражском Граде восхитителен. Готические шпили возвышаются над городом. Здесь хранятся регалии для коронации. И эти стены оберегают усыпальницу королей Богемии. По легенде, фундамент был заложен святым Вацлавом еще в 925 году. А окончательно достроили собор только в 1929 году. И это уже не легенда. Когда стоишь внутри собора, видно границы веков, ну и как минимум разных этапов строительства. Если будет идти дождь, имеет смысл отправиться именно сюда. Готический собор, почерневший от времени, будто вонзается шпилями в само небо, а из пасти горгулий зловеще капает вода. Вообще, мистика – это отдельная достопримечательность Праги. Не пугайтесь, когда во время вечерней прогулки навстречу вам будут идти существа в черных плащах или призраки, скрывающиеся под масками. Вечером привидения оживают, появляются на улицах Праги. Вечерняя Прага обладает своей магией, обаянием, очарованием, она завораживает. Вообще здесь очень здорово гулять именно вечером, потому что достаточно безопасно, людей очень много, здания подсвечены, они приобретают совершенно иной облик, это совершенно другая Прага, не та, что была днем. И тем более здесь вечером появляются привидения, необычные персонажи, какие-то яркие призраки. Был такой смешной случай. Я вот сейчас подумала, наверное, женщину заколдовали. Сидим мы в пиццерии. В теплую погоду двери раскрывают, и ты вроде бы в помещении, но одновременно и на улице. Стеклянной или какой-то другой границы нет. Практически вдоль тротуара столики получается. Сидим, пьем вино, грызем пиццу. Проходит мимо дамочка. Я даже не сразу поняла, что она к нам обращается. Она спрашивает, пицца вкусная? Ну ладно, может шутит. Мы улыбнулись вежливо. Она настаивает. Не, ну правда вкусная.
Разговор шел на русском, как можно догадаться. В Праге хоть и пьют много пива, но обычно ведут себя нормально. Женщина скоро все-таки оставила нас в покое. За 10 дней и 10 вечеров мы не видели ни одной потасовки и пьяных буянов ни в ресторанах, ни на улице. До поздней ночи гулять было сплошным удовольствием. Наша гостиница находится в районе маршрута и 22-го, и 24-го. Это такие маршруты в Праге, которые, ну, буквально из любой точки ездят в любую точку. И вот в центре тоже несколько остановок есть, поэтому мы можем гулять до самого позднего вечера и возвращаться в гостиницу когда угодно, нам будет удобно. Эти трамваи ездят довольно часто. Сравнивать эту столицу с Москвой нереально. Прага уютная, и в ней нет никаких признаков мегаполиса. Вот еще одно доказательство. По пути домой мы могли послушать сверчков. Не знаю, наверное, этого не слышно, но здесь есть сверчки. И их тут, наверное, очень много, потому что звук такой интенсивный. I think it's sickness. It's time to make a move. I'm shaking of dust. I've got my heart set on anywhere but here. У каждого свои интересы, но для меня в Праге лучшим развлечением были прогулки. От Петрушинского холма, где, помните, смотровая башня стоит, можно пойти в Пражский град, своеобразный город в городе, защищенный стенами. Именно там мы уже смотрели на собор Святого Вита. Но сейчас не о достопримечательностях, а о маршруте. Это самая яркая и красивая прогулка, которую можно представить в таком волшебном городе. Прага находится на 9 холмах, и неудивительно, что здесь очень много естественных смотровых площадок. Вот, например, как здесь, мы выходим с территории монастыря, и из-за кустов появляется прекрасная панорама. Эти красные крыши, купола костелов, шпили собора Святого Вита. Здесь вообще потрясающе. И кроме того, сегодняшний день наконец-то порадовал нас солнцем. Мы застали этот день из 300 солнечных дней году в Праге. Потрясающая архитектура, невероятные красные крыши и сказочные окошки на чердаках. Вот она, страна чудес. Почти вдоль всего холма кафешки с такими столиками. Причем тут не обязательно что-то заказывать. Мы решили выпить кофе, но за это время сюда заходили десятки туристов с фотоаппаратами, и их никто не выгонял. Атмосфера добра сопровождала нас все путешествие. Наблюдать за городом с высоты всегда интересно. Интересно найти здания, мимо которых, может быть, уже проходил или которые видел когда-то на открытках, с такого же ракурса, и тут вдруг видишь их вживую. Вот в Праге Пражский град, так называемый, это то место, где очень много смотровых площадок, и куда можно прийти и быть точно уверенным, что удастся посмотреть на Прагу сверху. Даже если будет идти дождь и будет плохая погода, в принципе, город достаточно яркий. Ориентир — собор Святого Вита, и вокруг него со стороны реки достаточно много мест, куда можно прийти, вот как здесь, посмотреть на город именно сверху. Неудивительно, что здесь так много молодоженов. Стоя на одной точке и лишь поворачиваясь, можно сделать столько ярких, красивых снимков, а если пройтись хотя бы 100 метров, то на целый альбом наберется. Плюс, насколько я знаю, брак, заключенный в Чехии, в нашей стране тоже считается законным. Поэтому уверена, среди этих белоснежных красоток есть и русские невесты со своими женихами. Мы были дважды в Пражском граде, с экскурсией сами. И по другим улочкам проходили не раз. В этом есть свой смысл. Каждый раз город открывается каким-то другим. В таких городах, как Прага, очень важно оборачиваться и смотреть на здания с разных сторон. Например, вот с этого ракурса Национальный музей выглядит как-то совсем иначе. Так что не забывайте останавливаться, оборачиваться на все 360 градусов.
чернота здания – это тоже визитная карточка города. И говорит она не о плохой работе коммунальщиков, просто стены построены из песчаника. Порода в своем составе имеет металлы, которые окисляются и окрашивают фасады в темный цвет. Некоторые мои подруги признавались, хочется помыть такие стены. У меня другое мнение. Это свидетельство возраста музеев, соборов и мостов лучше не трогать. Оно задает свою атмосферу. В Праге очень сложно фотографироваться, потому что все здания просто не помещаются в объектив фотоаппарата, поэтому приходится делать вот снимки в таком ракурсе. Пока мы возле Национального музея, расскажу, где искать экскурсии. Несколько туристических центров расположены вдоль Вацлавской площади. Она напротив, тоже один из центров Праги. Очень много предложений для русскоязычных путешественников. Да и в гостинице были десятки буклетов от разных компаний. Так что, если будет желание, предложение гарантировано. Пока мы гуляли по улочкам, слух ласкала не только музыка, но и чешский язык. Потравины, что означает продукты, позор полиция воруя, что переводится как внимание, полиция предупреждает. Славянские корни узнаваемые, и очень интересно, как в разных культурах они приобрели разный смысл. Когда вы будете в Чехии, вы не один раз увидите вот такую надпись. Позор. Но на самом деле ничего страшного, вас здесь никто не укоряет и не упрекает ни в чем. Просто в переводе на русский это значит «внимание». Все наслышаны о нешироких, извилистых улочках европейских городов, но не всегда они те, за которые их выдают. Вот что-то узенькое и светофор, наверное, чтобы не застрял народ между домами. Может, здесь и есть самая узкая улица Праги? Узкие улицы или стены домов? Ведет щель между стенами к ресторану. А светофор и вся атрибутика действительно сделали это место одной из достопримечательностей и, соответственно, прибавили посетителей владельцу. Но, конечно, есть в Праге и настоящие узкие улочки. Улицы в самых старых кварталах Праги очень узкие и извилистые. И это нашло отражение в чешском языке. Например, в чешском языке говорят «я живу в улице», а не на улице, как принято в русском языке, например. Потому что, когда стоишь на такой узенькой улице, где крыши домов вверху практически смыкаются и едва-едва оставляют синюю полоску неба, кажется, что ты действительно не где-то на, например, площади или улице, а как будто бы ты в улице. Прага поражает своим историческим центром. Ей больше повезло во Вторую мировую, чем, например, соседней Вене или несчастному Дрездену. Здесь сохранились и архитектура, и дух средневекового волшебного города. Современное художество тоже прорывается сквозь это великолепие. Давид Черный. У меня это имя вызывает дрожь. Самые абсурдные, нелепые скульптуры, можно даже в Википедию не смотреть, его рук дело. Срамота, срамота. Тут как бы и смысл есть, провокационный, даже острополитический. Вот, как говорится, выписывают на карте страны по уверению гида слово «Евросоюз», подчеркивая отношение чехов к этой международной организации. Кстати, здесь до сих пор ходит местная валюта – кроны, а о переходе на евро разговоры не очень популярны. Но мне ближе искусство, пусть и не такое концептуальное и без суперсмыслов, зашифрованных в эпатажных формах послания, но более эстетичное. Простые сюжеты Моне, например, как-то доставляют больше удовольствия. Может, потому что всякого уродства и без современного искусства хватает. Так что я тянусь больше к красивому, доброму, вечному. Вот в храме Святого Николая на Малостранской площади можно подняться наверх и посмотреть на орган с такой точки. Я, конечно, не в первом костюле, но в этом месте я не была никогда на такой высоте. Это посмотреть на храм сверху, это так интересно. Эмоции невероятные. От скульптур Давида Черного они тоже невероятные. Но тут испытываешь радость и благоговение перед тем, кто создавал все это великолепие. Для россиян европейские страны кажутся небольшими,
что для наших просторов 200-300 километров, поэтому мы много ездили. По пути в Вену автобус остановился на бывшей границе. Вот эта вся территория – это территория бывшего контрольно-пропускного пункта, который находился на границе между Чехией и Австрией. Раньше контроль здесь осуществлялся очень серьезно, потому что Чехия – это коммунистическая партия, Австрия – это капиталисты. Но после того, как коммунистическая партия в Чехии, ну так скажем, потеряла свое значение, и эта страна вступила в Евросоюз и в Шенгенскую зону, по обоюдному согласию между Австрией и Чехией было решено территорию контрольно-пропускного пункта отдать под такую торгово-развлекательную зону. Здесь построили замки, магазины, рестораны, так что теперь сюда и австрийцы, и чехи приезжают и вместе отдыхают. Торговый центр, конечно, большой, но в Праге интереснее. Какие странные ощущения. Вроде бы ты за границей и в Европе, а это же в нашем стереотипном сознании верх вершин, что-то такое идеальное, невероятное. Но здесь чувствуешь себя как дома. Отовсюду звучит русская речь. Люди не боятся говорить на нашем языке и даже с удовольствием это делают, когда слышат разговор россиян между собой. В Праге есть улицы Крымская, Русская, Воронежская. Мы вот жили на Ростовской. Никто не спешит их переименовывать, хотя коммунистическая партия давно потеряла здесь свой прежний статус и влияние. Какое-то есть уважение к прошлому, традициям. Все-таки Европа. А современность вплетается аккуратно и без разрушений в общую историю. Самое сложное в Праге – это перестать снимать и перестать фотографировать, потому что город невероятно красивый. Здесь столько мест, столько потрясающих двориков, улиц. Мы все не обошли даже за 10 дней. Что говорить там о дне или двух. Этого недостаточно для того, чтобы посетить Прагу и увидеть ее хотя бы чуть-чуть.